В Беларуси проходит очередной этап парламентской кампании – регистрация кандидатов в депутаты. Она продлится до 17 октября. Предварительная статистика выдвиженцев по Гомельской области следующая. На регистрацию подано 84 заявки. 55% кандидатов выдвинули политические партии. 29% заявили о себе путем сбора подписей. 16% выступают от трудовых коллективов. Женщин среди кандидатов примерно 21%. Около 5% кандидатов в возрасте до 30 лет. Среди политических партий наибольшую активность проявили Либерально-демократическая, Объединенная гражданская и Партия труда и справедливости. До 17 числа включительно будет производиться регистрация кандидатов в депутаты путем проверки документов, поданных в комиссию окружную, и выносить соответствующее решение комиссиями на регистрации. Пока никаких нарушений не выявлено, в процессе будет понятно. Напомним, выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября.